Мы находимся в Шымкенте, в теплице, как видите. Здесь растет перец фламинго. Что хочу сказать про этот гибрид. Он уже давно известен, но всем очень популярный гибрид. На сегодняшний день очень хорошие, мощные кусты сформировались. Как видите, сейчас он обильно продолжает цвести, завязывать плоды. Вот, вот такие маленькие плоды есть. Хорошо растения нагружены. Ну, здесь технология по питанию отработана уже. Не первый год фермер сажает именно фламинго, знает, как с ним работать, поэтому отличный урожай с него получает. Вообще перец очень популярный, хороший товарный вид имеет. Цена в этом году, кстати говоря, на перец очень неплохая была, и в принципе сейчас также держится хорошая цена, поэтому мы здесь оказались недалеко, поэтому решили в очередной раз посмотреть на этот гибрид и показать вам, как он здесь получается. Очень хорошо, еще раз хочу заметить, образуются плоды даже в такую жару. Сейчас здесь, ну, в теплице, сами понимаете, очень душно, жарко. У нас 23 июня, в Шымкенте, сами знаете, какая жара, там до 40 градусов температура поднимается в теплице. Поэтому даже в таких условиях перец вот цветет и плоды образуются. Сажайте перец фламинго, пробуйте, кто его не пробовал, обязательно попробуйте посадить и посмотрите, как он у вас получится. На осень, кстати, вот это на весну сажали, на осень, кстати говоря, попробуем, и мы попробуем в своей теплице, и здесь фермер попробует посадить перец Аида гибрид. Ну, посмотрим, как он себя здесь проявит, потому что на Украине мы смотрели видео, отзыв, отлично он себя проявил. Попробуем в наших южно-казахстанских условиях. На этом все, спасибо за внимание.